весенние дождливые дни трудно оставаться в хорошем настроении. Я предлагаю разбавить серые будни яркими красками в макияже. Сейчас я расскажу, как создать яркий образ. Итак, начнем с тональной основы. Я наношу плотную тональную основу влажным спонжиком. Дальше я наношу плотный корректор. Наношу консилер под глаза. Пальцами растушевывать консилер очень удобно. Следующий шаг — нанесение пудры. Я наношу пудру от Catrice в самом светлом тоне кистью Eco Tools. Причесываю брови, избавляя их от тонального крема. Дальше я укладываю и фиксирую брови гелем для бровей и ресниц. Следующий шаг – нанесение теней. Я наношу белые матовые тени широким спонжем. Наношу также тени на нижнее веко. Следующий шаг – это нанесение голубых теней. Я наношу тени спонжем, потому что они не очень хорошо пигментированы. Наношу голубые тени на подвижное веко, на внешний уголок глаза. Растушевываю голубые тени кистью от MAC номер 217. Наношу темно-фиолетовый цвет в арку под косточку. Я беру для этого пушистую, но не очень широкую кисть. Кисть должна быть плотной. И растушевываю фиолетовый цвет, опять же, кистью номер 217. Она более мягкая, чем та, которой я наносила фиолетовый цвет. Дальше наношу темно-синий цвет на внешний уголок глаза. Это самый темный цвет из тех, которые я использую в этом макияже. Дальше я наношу белый матовый цвет под бровь. Очень важным элементом в этом макияже является нанесение зеленого каяла на водную линию. Я наношу зеленый каял так, чтобы он немного попал на нижнее веко, и после чего я растушевываю зеленый цвет на веке. Дальше я смешиваю голубой цвет и фиолетовый вместе и добавляю его на нижнее веко. Немного увеличу интенсивность голубого цвета. Я делаю это плоской кистью. В
Следующий шаг – это нанесение черного каяла на слизистую верхнего века. Это заметно увеличивает объем ресниц, точнее, это создает иллюзию объемных ресниц. Очень полезный прием. И напоследок я рисую тонкую стрелку. Ее не должно быть очень сильно видно. Она тоже должна создавать иллюзию густых ресниц. Кончики стрелки я не вытягиваю, я заканчиваю стрелку примерно там, где заканчивается глаз. И рисую я эту стрелку как бы из-под века. Кстати, наношу я сейчас гелевую подводку от Essence кистью Kylab. Эту кисть и еще парочку я купила в Финляндии. Качество у них отлично. Именно у этой кисти очень тоненький кончик, что позволяет сделать очень тонкую стрелку. Дальше я наношу тушь. Это тушь Гипноз Стар. В модели очень густые ресницы, поэтому я их расчесываю очень тщательно. Добавляю немного белого матового цвета снова. Это добавляет аккуратности макияжу, освежает взгляд. Дальше я затонирую губы, чтобы цвет помады, которую я нанесу, передавался более четко. И еще нанесение корректора на губы, консилера, позволяет сделать контур губ более четким. Ну вот и все. Вот такой вот у нас получился макияж. Ничего нет в этом сложного. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.